Друзья, всем привет! Меня зовут Маша, я худею, похудела уже на 51 килограмм. Сейчас мой вес 64 килограмма. Хочу вам показать пример правильного обеда. У меня это уже третий прием пищи сегодня. На завтрак у меня была каша из булгура с сухофруктами. На обед, на второй завтрак у меня были сырники с персиком. И сейчас у меня биточки из индейки и овощной рагу. Это еда из диет-сервиса. Мне привозят меню. Сегодня мое меню на 1200 калорий. Плюс я добираю сама. И на 1500 калорий сейчас мое меню. Вот на этом меню, в общем, я худею, но я занимаюсь фитнесом, я пью воду. Подробнее можно об этом почитать на моем канале в Дзене. Хорошеем после 40 минус 50 килограмм. Вот. Решила снять для вас этот обед, потому что он очень классный, он очень вкусно пахнет. И, в общем, знаете, это пример такого меню, на котором надо худеть, потому что на таком меню можно сидеть хоть год, хоть 10 лет, хоть всю жизнь. Вот, я уже 5 лет придерживаюсь правильного питания за последний год. Я, знаете, изначально я похудела очень сильно, до 68 килограмм, потом я родила, я немножко набрала, 18 килограмм я набрала в декрете, но за последний год я всех сбросила, я сбросила 18 килограмм, и я сбросила уже сверху еще 4 килограмма, в общем, мой вес стал 64 килограмма, и все это благодаря вот такому подсчету калорий, правильному питанию и правильным продуктам, без всяких красителей, соли, ароматизатора, в общем, без пищевого мусора. Вот. Значит, что я вам хотела сказать? Здесь 140 грамм биточков на 214 калорий, здесь 150 грамм овощного рагу на 82 калории, здесь минимум масла, вот вы видите даже, что от рагу никакого масла не льется, да, если, бывает, берешь в кафе рагу, и оно все в масле, здесь такого нет, хотя пахнет очень-очень вкусно, здесь много тыквы, вот посмотрите, тыква же, ну, вообще очень хороший, короче, продукт. Я знаю, что у многих тыква есть, многие сами выращивают. Тыква, кабачок здесь, лук, морковь. В общем, все самые простые ингредиенты. Сладкий перец, который сейчас еще доступен по цене. И, в общем, продается в магазине еще этого сезона. Не импортный, а наш, российский. Вот, ну и биточки из индейки. Сейчас я вот так вот его разломаю, чтобы можно было посмотреть. Индейка, мясо, конечно, подороже курица. Вполне можно из курицы сделать, если честно, ничем не хуже будет. Если, знаете, не, скажем так, ну, не придерживаться такой уж строгой-строгой диеты и не сидеть на одной куриной грудке, а взять, допустим, там куриные бедрышки без кожи, да, филе, там окорочка без кожи, перемолоть, и, в общем, будет не хуже, хороший диетический обед. Всем приятного аппетита и стройной фигуры!